Я почему все про новый социализм? Потому что, ну, на мой взгляд, первое, здесь есть все факторы. Первое, востребованность. Да, ну, то есть олигархат уже, ну, там, как бы нормально так как бы всем надоел, поэтому. Второе, мозги есть вот реально, там, самые лучшие мозги, да? Ну, и третье, вот по поводу схематозника. У нас есть желание и возможности делать схемы, которые в мире еще как бы не существуют. И вот все эти три фактора, на мой взгляд, они могут дать возможность создания новой экономики, ее по-разному можно называть, там, условный новая сфера космизма.